исполнял свой долг перед страной до последнего. Родные, друзья и сослуживцы проводили в последний путь рядового миротворческой 15-й бригады Дмитрия Лебедева, который погиб в ходе спецоперации на территории ДНР. С оружием в руках он отстаивал интересы русскоязычного населения, интересы наших вооруженных сил, интересы всего народа. Но случилась трагедия. Димы не стало с нами. Мы скорбим. Мы будем долго помнить о его подвиге, о его ратном труде. Дмитрий добровольно отправился на Донбасс, был среди первых солдат, кто хотел помочь проживающему там русскоязычному населению и защитить российские границы на Западе. От имени Комитета ветеранов Советского района примите наши искренние сочувствия и соболезнования. Тебе, Дмитрий, большое спасибо за то, что ты выполнил свой воинский долг до конца. О Дмитрии говорят, что он был отзывчивым, смелым и мужественным. Ему было 28 лет.